Берегись, баба. Итак, стрельбе готов. Россия насилует на Украину свои ядерные ракеты. Президент Украины Юлия Тимошенко выступила с официальным заявлением. Всеупреждающий ядерный удар. Украинский батальон миротворческих сил НАТО под моим командованием укрывается от ядерных бомбежек в подземном бункере Саддама Хусейна в Ираке. Наш радист поймал слабый радиосигнал с зараженных радиацией степей Украины. Мы возвращаемся домой. Мая 2028 года. Мы преодолели путь из Ирака в Украину пешком. Нас было 44, а осталось четверо. Воды нет, пищи нет, боеприпасов нет. Цель близко. Генерал, кажется, сигнал исходит оттуда. Посмотрите. И что я должен здесь увидеть? Я здесь ничего не понимаю в вашей электронике. Все это просто как мобильник. Смотрите, там... Ой, деда, жидкость изо рта. Вот пена. Я вижу. Я тебе догонял. Вообще, совсем больше. Радиация, я тебе догонял. Что значит ты ошибся? Мы там полепехаем из самого Ирака, чтобы узнать, что возможно ты ошибся. Сильное радиационное заражение, поэтому возможны частотные аномалии.
это? Да что ты говоришь? Тут сигнал, там сигнал, везде сигнал. Мы будем искать дальше. Это приказ. А приказы не обсуждаются. Неотменяемый. Я отказываюсь выполнять ваши приказы. Эта рация не работает. Мы в говне. Весь мир в говне. А вы псих. Псих. Полный псих. Генерал, у нас потери. Это наш генерал потерянный.